У нас в Украине есть праздник, а его украли в Болгарии. День студента. Чтобы у него был красивый праздник. Просто люди хотят не просто людьми быть, чтобы они были студентами. И они будут ходить в студию и будут студентами. Студенты учатся в институты. Институт – это такая студия, там занимаются мальчики, девочки. Студенты – это кто в институте учится. А когда вырасту, буду студенткой. Я буду отмечать тогда праздник.